dvhub.ru. Где он, заяц? А также регионального отделения Союза женщин России поздравить всех отцов с этим замечательным праздником, Днем отцов. Вы знаете, конечно, мы этот праздник празднуем в Биробиджане впервые. И историю тут уже немножко ребята рассказали, он с 1910 года празднуется. И 52 страны мира сегодня этот праздник отмечают каждое третье воскресенье июня. И всегда спрашивают его совета. Семья Брильковы, ваши аплодисменты! Уважаемые жители, уважаемые семьи, мы сегодня не просто так пригласили эти замечательные семьи. Во-первых, чтобы вы на них посмотрели. Во-вторых, чтобы семья еще раз погордилась, какой у них замечательный папа, а мы все позавидовали. Эта пачка сигарет, мы тоже негативно относимся к курению. И я сейчас ее пригвожу просто к доске. Зачем она нужна нам? Железная, с этой железной арматурой.